Вот, смотрите, съемка с этого места, когда тепло. Видите, все прекрасно видно. Но когда наступают морозы... Вот смотрите, друзья. Вот тут центральная дорога, стоят дома, ездят машины. Вы слышите этот шум? Но ничего этого не видно, потому что висят морозы. Вот так, господа. Итак, после каждой поездки к Тимофею вот такая вот история. Надо машину полностью от этого всего дела освобождать, потому что все замерзает, прилипает к коленвалу и начинаются биения. Вот здесь вот у коробки слой льда такой был, и начало все резонировать. А на кардан в этом месте налипла такая глыба. Вот она уже отвалилась. И было тоже по кардану такое биение. Так что вот, вот такие проблемы. Обязательно надо отмораживать машину. Друзья, рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня выехали к Тимохе вообще абсолютно безалаберно. В час дня выехали, а в три у нас солнце закатывает. И посмотрите, что получилось. Лошадки в снегу. Гляньте. Только с определенного ракурса. Дорога искрится вся для нас, представляете? Едем уже совсем поздно, и я думаю, может, ночевать останемся у Тимохи. Все возможно. Тяжко, это, наверное, последний.
если вы видите, это ориентир, пушня. Да, приехали очень поздно. Сейчас попытаемся прорваться к Женьке еще. Посмотрим, замело, не замело. За праздники падал снег. Не было, конечно, такой пруги, метели, но все-таки ощутимо труднее ехать намного. Аху выпусти. Ага. Ну, рядом с избушкой есть следы, так что все нормально. Кто-то заезжал на Буране, и здесь натоптано, так что все прекрасно, мне кажется. Порядок. О! Что говоришь? Порядок, говорю, здесь тут плохо. Блин, и сейчас снег валит. Как будто никто не ходил, смотри. Ну. Валит дым из трубы. Нормально. А здесь прибрано. Локатор спит, даже не высовывается. Свечи забыла в машине. Ай, ну ладно. Привет. О! Привет. Ага. Ой, Афа. Афа? Нет, давай на улицу. Давай, Афа, иди отсюда. Ой. Ё-моё, так у тебя тут Новый год. Ну, походи. Да пусть поиграют маленько. Ну, сейчас вставят. Ну, вставят. Куда-нибудь убери-ка. Кутузов. Что-то у тебя так дымно, а? Не понял. Дымно. Ты только пришел, тут печку. А ты откуда пришел такую? А хотя рано же сейчас, да? Конечно, рано, время 5. Ну, сейчас где-то тоже. Кто говорит? Слышишь, что говорит? Заснимаешь, да, уже? Да. Толик, с двумя гусями. Это 55 лет. А то, говорит, я его потом 25-го поздравлю с юбилеем. С днем рождения, то есть. Слушай, ну гирлянда вообще в самый раз. Не говори, а сынку. И дымно, вообще конкретно дымно. Ну только растопило. Знаешь, холодно, с 10 утра. Ты скажи, что за обнажение такое? Кутузов не подкинул дровишку. Кутузов не подкинул? Кутузов, ты что ленишься? Кутузов, я не понял, почему ты не подбросил? А сам возле трубы обнимается с трубой, слушай. Вот такой он неровный. Кутузов, ты что, печку не подбросил? Ой, господи. Подружиться. Слушайте, скажи, что за обнажение? Ну, рассказывай. Ну, обнажение там, гора кончается. Ага. И все. В сторону уходит, там обнажение, самая высокая горка. И что там было? Тетерев? Ничего там не было, я не дошел, там чуть-чуть осталось. Там чепыга такая. Ух, ну, дорога моя еще есть. Еще и снега дофига же идет, да? Ага, ну, снег упал, ну, думаю, е-мое, а не, завтра, ай. А я еще ночь не спал. Нифига, столько идти и потом развернуться. На обратный. Ну, что я каждый день, может, в принципе, хожу туда. Завтра на сети, послезавтра вот опять туда на капкан.
Ну, до петли надо дойти. Петлю хоть поправить. Как твое здоровье, ты мне скажи? У него всегда все хорошо. А? Отсюда снимаю. Гирляндочку хорошо видно. Красота. Тимоха, есть предложение. Слушай, есть предложение, Тимох. Хочешь, озвучу? Рыбина, что ли, висит? Слушай, предложение лечь в больницу. Полежать. Я туда не собираюсь. Ну, надо. Полежал, не хочу. Слушай, борода у тебя, ешкин кот. В одной нитке миллиметровой, да? Несколько сечений. Ну, ну. Кутузов. Почему ты не подбросил в печку? Шелковая. Да нет, она не липнет к рукам. Шелковая липнет. А, нет. Или капрон. Капрон липнет, по-моему, к рукам. И вот так делаешь. Проводишь по ней. А где лапа? Какая лапа? Кроличья. Что-то тут было же. Оторвал кутузу. Съел, да? Сиди сюда. А, вот она. Вот она лежит, лапка. Крышки теряешь. Зарядки только сейчас поставил. Через пару дней тогда. А те маленькие? Маленькие на импульсную поставил. Да. У меня пока вон гирлянда. Есть батарейка. Батарейки, правда, шпейки. Ладно, Тимох, тогда мы почесали. Попробуем до этого доехать. До Женьки. Может, с нами? И не поеду. Я только пришел. Устал? Ну, туда километров 10, обратно 10. Ну. Еще капкан проверить. Бегал нам, дорогу сделал. Сейчас дрова таскать надо. Ну все, давай, тогда мы поехали как раз. Голодный я, голодный. А, еще утра, и голодный. С утра. Ну что вон там? Капусты покушаешь? Ну, капусты. Ну. А это что ты я взяла? Пошли. А, не пошли. Или о, это наше местное. А, я тебе это сделал. Гречка сейчас с мясом. Понял, у него... Гречка с мясом. Местный. Ничего вы на меня копейку выкидываете. Там этот, свечи... Нужны же свечи? Обычные. Свечи, как раньше эти. Парафиновые. Вот да, такие. Да. Можно. Тогда в машине. Я боюсь их с ним. А, чтобы пожару не случилось. У меня раз 10 горел. Здесь окно сгорело. Из-за свечей? Ну, ужин, ужин свеча. Какая у тебя тут романтика. Что этот цвет? Ну, схожу сейчас. Угу. С нами дойдешь? Ну, за свечами. С нами за свечами дойдешь, да? Угу. Там еще горчица, свечи и горчица. Афа, привет. Ты что делала? Ругалась тут со всеми? Едем или нет? А? Едем? Аф. Кто там?
Там локатор. Я. Афа внизу там. Вон только глаза светятся, вон видишь, как эти, как прожектора. А он здесь. Он с ней. Сердится тут он друг на друга. Нифига ты так уши пилоткой делает. Апа. Чё-чё? Смотри. Да. Афа, ну-ка пошли. Пойдем. Давай. Давай, давай. Дополнительно. Там они, короче, вон они. Все, с Рождеством тебя, с Новым годом. Рад, рад видеть, что ты здоров. Кого? Так валенка уже. А коленки? Вентиляция. Ладно, мы пошпилили. Попытаемся доехать все-таки. А у него там, вот слышишь, что на изгибе там не перемело у него? Ну вот где вот протока и там. Где может этот? Быть. Да? Где? А ты ее закинул? Да, да, здесь она. Я еще вот здесь замело капитан. Вот где я тебе говорил, вот здесь. Ну-ну-ну. Ну сейчас попытаемся прорваться. Там дальше не знаю. Постараемся. Тут еще буранин наездит. Ладно. Все, давай. Рад видеть, что ты здоровый. Только там берет. Обязательно заедем еще на днем, чтобы. А мы утром постараемся тебя словить. Ну-ну, утром постараемся тебя словить. Слушайте, спросил у Тимохи, где Колобок. Даю официальный ответ. Я не знаю, как у них там происходит вот этот обмен собаками туда-сюда, я не понимаю, но Тимофей отдал Колобка своему какому-то другу в деревню для обучения на совволя. То есть Колобок курсы квалификации, курсы повышения квалификации проходит. Так что весьма возможно, к лету мы его опять увидим. Ну, весьма возможно. Я точно утверждать ничего не могу. Сейчас пока прорываемся. Женьки. Ребята, машина, короче, упирается. Едет очень трудно, и мы боимся, что, короче, здесь останемся. Так что все, возвращаемся назад. Женьки не доехали, не смогли. Возвращаемся назад. Возможно, если получится, заночуем у Тимофея. А может нет, все-таки поедем домой. В принципе, приедем ночью. Жалко. Ну, вы знаете, утром постараемся. Постараемся утром пробиться как-нибудь, потому что дороги совсем не видно. И, ну и действительно, супруга боится, что мы здесь вообще можем остаться. Друзья, спасибо огромное, что посмотрели. Огромное спасибо, что неподдельный интерес выказываете мне. До скорых встреч, увидимся. Желаю вам здоровья. Не болейте. До свидания.